Так, запись я включаю. Запись будет вестись лекцией, потом мы будем обязательно выкладывать на Яндекс.Дзен. Собственно, можно будет потом посмотреть лекцию в записи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну еще подождем 3 минуты, уважаемый. Ну, конечно. Я думаю, можно будет начинать. Да. Да, очень приятно, что к мероприятию присоединяются коллеги из разных мест. Вот я сегодня посмотрел по статистике зарегистрировавшихся. Есть коллеги из Москвы, из Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ, Цюриха, Твери, Челябинска, Томска, Парижа, Пенсильвании, Санкт-Петербурга, Казани, Минска, Луганска, Шанхая, Новосибирска, Омска. И вот с каждым, можно сказать, сегодня вообще, да, получается, что с каждым часом количество участников растет, добавляется в группу. Очень приятно. Спасибо большое за такое внимание к курсу. Я перед тем, как начать, я бы хотел сказать некоторые организационные вещи. Значит, первое, это то, что ссылка, да, на курс была в Яндекс.Форумах. Мы также выслали ссылку на группу в WhatsApp. Там мы будем дублировать все материалы, текстовые и презентацию также мы будем отправлять. И ссылку на Яндекс.Диск, где будут храниться видеоматериалы, собственно, записанные лекции. Вот. Помимо этого, мы будем это дублировать и на почту. Тех, у кого нет WhatsApp и нет возможности присоединиться в эту группу, мы будем отправлять всю информацию на почту. То есть будет по двум каналам приходить вся информация. Вот таким образом. Если есть какие-то организационные вопросы, также можно сейчас задать их, пока лекция не началась. Можно будет, собственно, ответить на них. Уже 29 участников, 30 участников. Ну, я думаю, вот уже время, да, 6 часов, можно начинать. Уважаемые коллеги, друзья, хочется сегодня представить спецкурс «Подходы к изучению канона перемен», который был организован Институтом Конфуция Российского государственного гуманитарного университета. Лектором этого курса выступит доктор филологических наук, профессор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Карапетянц Артемий Михайлович. Ну, и я, ваш покорный слуга, выступит модератором данного мероприятия. Сегодня тема лекции заявлена как математика репрезентации гексаграмм. Артемий Михайлович, вам слово. Да, спасибо. Так, значит, несколько, так сказать, вступительных замечаний для, так сказать, разминки. Вот, значит, первое – это в качестве рубрики «Позвольте представиться». Вот, в этом качестве, и вы, так сказать, чтобы представить себе стиль, в котором мы будем общаться, значит, я хочу развеселить публику следующим сюжетом. Вот, сюжет такой, что вот в то время, когда мой сын учился в школе, это было довольно давно, конечно,
Вот. В школе был распространен жанр этих самых ужастиков. Дети писали стихи. Вот. Такого типа, например, это к делу не относится просто так. Вот. А? Чего? Уважаемые коллеги, отключайте звук, чтобы не было лишних помех. Вот, при том, когда говорит лектор. Спасибо большое. Ну так вот, значит, был такой стишок. Мальчик на улице доллар нашел, взял на него и в березку пошел. Вызвали папу потом в комитет, доллар отдали, а мальчика нет. Вот. К этому курсу имеет отношение другой ужастик следующего содержания. Дедушка в поле гранату нашел, к сельсовету тихонько пошел, вынул веревку и бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Вот, это значит в качестве представления. Вот. А что касается дальнейшего годной, так сказать, части, то тут, если говорить более серьезно, то не скажу, так сказать, несколько слов, потому что памятник этот совершенно загадочный, потому что что такое, так сказать, канонический текст, это мы себе хорошо представляем. Мы, так сказать, можем также сказать, что как для западных христианской, так сказать, культуры, так сказать, есть канон Библии в Китае, вот, так сказать, представлен в виде Шидзина и Шудзина. Ну, в общем, это, так сказать, можно понять, но в одном случае, так сказать, стихи вместе, в другом случае стихи отдельно. Хотя уже, так сказать, настораживает тот факт, что стихи поставлены на первое место. Это уже интересно. Но самое, так сказать, загадочное заключается в том, что выше всего этого вот располагается тот текст, которым мы с вами попытаемся заниматься. Вот. Откуда он взялся, как и почему, это вообще большая загадка, хотя у меня на этот счет есть некоторые соображения, но эти соображения я буду иметь честь доложить уже в конце, когда уважаемые участники семинара, которых я всячески приветствую, здесь вижу, какие тут достойные люди собрались, вот, так вот, я хочу только прежде всего сказать, что я, к сожалению, не вижу, Артем Игоревич здесь присутствует или нет. Но в любом случае, я думаю... Обязательно присутствует. О, ну чудесно. Очень рад. Вот я позволю себе процитировать, так сказать, вот, так сказать, предисловие от редактора к изданию Щуцкого, классической китайской книги «Перемен». Вот, вот, я думаю, что я еще об этом скажу. Канон «Перемены» или в менее точном, но более известном переводе книга «Перемен» относится к числу величайших одновременно наиболее загадочных творений человека. С точки зрения породившей его китайской культуры, древнейший из ныне продолжающих свое существование на Земле, он представляет собой нечто еще более значительное – творение сверхчеловека, запечатлевшего в особых символах и знаках тайну мироздания. Поэтому канон перемен требует к себе особого отношения, как к книге книг, священному писанию, одному из духовных чудес света, которых у человечества, как и материальных, наверное, не более 7. В настоящее время это ясно не только носителям синоиероглифической культурной традиции в странах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, но и всем просвещенным людям в странах Запада.
В нашей стране одним из первых это осознал блестящий востоковед, ученый, поэт Щуцкий, 97-38 годы, проделанная более полувека тому назад работа по переводу, изучению и истолкованию Идина продолжает оставаться уникальной у нас и, по-видимому, непревзойденной на Западе. Жизнь автора оборвалась трагично, его произведение в соответствии с умонепостижимым законом несгораемости рукописей из беглого уничтожения через 20 с лишним лет после насильственной гибели своего создателя счастливо увидело свет. Вот. Так вот, значит, я обращаю ваше внимание на вот это издание под редакцией Артема Игоревича 1993 года. И это не только и не столько, так сказать, для упоминания, так сказать, важнейшей, так сказать, для нашей работы публикации, которая, я думаю, что вам и без меня, так сказать, известна. Вот. Но столько для того, чтобы поблагодарить Артема Игоревича за тот труд, который он затратил для издания, так сказать, отработ. Вот. И сказать, да, что действительно, наверное, этот перевод и исследование Идзина, он, в общем-то, не самый поздний из трех, так сказать, базовых переводов, я имею в виду переводы, соответственно, Лего Вильхельма и, значит, соответственно, Щуцкого. Вот. Но важно здесь и очень важно то, что в этом издании действительно отражены все достижения изучения Идзина к моменту выхода в свет этой книги. Вот. Важно то, что в этой книге были собраны материалы, связанные с жизнью Щуцкого. И, в частности, вот, где опубликован очень интересный документ. Вот, а именно, в приложении «Замечания на книгу-диссертацию Щуцкого. Китайская классическая книга перемен» академика Алексеева. Вот. Академик Алексеев – это вообще фигура совершенно грандиозного масштаба. Вот, и вот здесь, вот в разделе «Упущение дезидераты» содержатся очень интересные вещи. Вот, значит, по поводу страниц там соответствующие рукописи Алексеев делает следующее замечание общего свойства, что синтез книги перемен у вас довольно куцый и бледный, а не мастерский, как мы того ожидали. Жаль, лучше было бы его сделать, придерживаясь фразеологии своего текста книги перемен. И дальше Алексеев пишет: осталось необъясненным, почему счет черт и объяснения их в гексаграммах идут не сверху, а снизу. Вопрос очень важный, не так ли? По-видимому, математическое название основных черт, девятка и шестерка, на вас не произвели впечатления и стимула к исследованию не дали. Я считал бы это едва ли не основным. Язык Идзина подлежал вашей расшифровке. Вот, и еще. А прослежена ли у вас взаимозависимость гексаграмм? Связь одной гексаграммы с другой установлена, но вряд ли выдержана до конца и во всей ясности. Если ее нет, то значит и системы выделения никакой нет. Если Идзин нельзя считать логическим процессом, то что же это такое? Исследование должно
раскрыть все скобки. Раскрыло ли оно их? Вот на этом я, так сказать, заканчиваю цитирование, значит, замечаний академика Алексеева. Вот. Тут я должен, так сказать, заметить, что, ну, как сказать, мое отношение к науке, оно совершенно личное и личностное. Вот, и вот, так сказать, приветствую здесь Артема Игоревича Кобзева. Вот, я не могу не вспомнить еще одного своего ученика, Андрея Андреевича Крушинского, который пытался эту связь установить. Вот, ну, вам, наверное, известно, что его, так сказать, публикация на эту тему подверглась очень жесткой критике со стороны Артема Игоревича. Там действительно много чего есть того, вот, о чем можно сказать, много нехороших слов. Вот, но сама по себе попытка и сам по себе подход, он вызывает интерес и уважение. И вот это, так сказать, вот из, так сказать, людей, с которыми я был близок, с которыми работал, это, значит, второй персонаж, которого я, так сказать, вам здесь представляю. Вот. Теперь дальше уже, так сказать, ближе к делу совсем. То, что это более близкое к делу, оно непосредственно вытекает из того, что было до этого сказано. Значит, тут был такой текст, я не знаю, Владислав рассылал его вам или нет, но это совершенно не столь важно. Это исходный текст, из которого получилось то, что здесь есть, а именно презентация. Прежде всего, за которую я чрезвычайно признателен Владиславу, вот он ее делал, и очень мне в этом отношении помог, благодаря своим компьютерным навыкам. Вот. И, значит, продолжаю, что мы не будем просто читать стандартный Идзин. Вот стандартным Идзином я имею в виду, значит, вот тот Идзин, который имеет зафиксирован в Шисанзин Зушу. Вот. Основную часть памятника, собственно, канон Туан-Джуань и Сян-Джуань читать бессмысленно. Для понимания подобных текстов необходим процесс, находящийся даже выше уровня интерпретации. Но последовательно считывание целесообразно сохранить, иначе понять ничего нельзя. Поэтому мы сначала будем рассматривать канон гексаграммам в целом. Опять же, сначала то, что Щуцкий называл первым слоем, затем второй слой и так далее. Вот выделение этих слоев одна из многих, ну, я бы сказал, может быть, для меня основной, так сказать, заслугой Щуцкого. Значит, мы будем рассматривать канон сначала, потом сопряженные тексты. При этом все равно, конечно, приходится использовать и, значит, Джуани, перечисленные Туань-Джуань в какой-то мере, и другие сопряженные тексты. Это совершенно неизбежно. Вот, это у нас введение. Теперь вот у нас первый слайд. Значит, канон начинается с репрезентации гексаграмм. Вот. И здесь я вот хочу отметить вещи, которые вы видите перед собой на ваших мониторах. Вот, значит, вот эта репрезентация, это есть, видите, собственное имя гексаграммы, при том, первичную. Вот. Слова для всего этого находить очень трудно.
Вот. Что-то сказать я имею в виду, можно понять вот в общем контексте, по аналогии и так далее. Вот, там мое собственное имя Артемий Михайлович Карапетян, 1943 года рождения, но оно еще и имя собственное, так сказать, в лингвистическом понимании. Вот. А что касается этого самого первичного имени, то его знает только Господь Бог. Собственное имя человека, это его ДНК. Вот, и вот с этого вот этой аналогии, которая, так сказать, здесь начинается, потому что вот сопоставление идио, так сказать, с молекулярной биологией и так далее, оно, так сказать, достаточно известно. Я для себя его тоже сам открыл. Вот. Это, конечно, естественно, это сам же дал. Вот. Дал порождение жизни, порождение живого. Причем это дал, ну, здесь представлено в статике и динамике, о чем мы с вами дальше будем говорить. Так вот, эта ДНК, она может быть представлена только условными символами. Какое там из оснований называется, какой буквы, это чисто, так сказать, условность. Но вообще ее составляющие, они безымянны в принципе. Вот. Имя человека в обычном понимании – это только кличка. Но гексаграмма, она проще, чем ДНК. Вот. Она всего шестизначна и однородна. В исходной форме это просто шестизначное двоичное число. Такая математическая абстракция позволяет, я тут бы текст немного изменил, не избежать, а снять проблему условности символов. Вот, это важно. Вот, именно поэтому у меня тут было примечание, значит, в исходном тексте, которое здесь ниже помещено, математически неправильно считать сплошную черту как 3, а прерванную как 2, или только прерванную черту как 2. Вот, это вот, но 0 и 1, которые жирным шрифтом набраны, это не собственные имена цифр. Потому что они же, там, например, отсутствие или наличие тока в цепи, это то, на основании чего мы с вами сейчас общаемся. Вот, и так далее. Вот. Это, значит, по поводу математической абстракции. Однако гексаграмма, она объемнее, чем шестизначное число, поскольку, как я попытаюсь показать дальше, она организована нелинейно. Вот. Значит, вот дальше у нас графика репрезентации гексаграмм как сплошных и прерванных линий, располагающихся снизу вверх, устоялась довольно давно. Вот. И вот тут как раз возникает вопрос, который задал академик Алексеев. Почему? Вот. Мне кажется, что она читается снизу вверх, потому что вот это самое ша живое, оно растет снизу вверх. Ну, растет вверх, и все это, так сказать, направлено вверх. Ну, это так, философия, буду по возможности, я хочу, чтобы это было понятно моим слушателям, уважаемым, что у меня философия в таком, так сказать, виде философствования меня никогда особенно не интересовала. Я и по происхождению, и по своему, так сказать, складу ума, я технарь, а не гуманитарий, в общем. Вот. Значит,
Однако в наиболее ранней достоверной фиксации, которая вот здесь названа Будин, вот, и она ведь сокращенно написана БК, потому что это канон, так сказать, Б, а К это вот как раз тот самый стандартный изин, о котором я говорил с самого начала. Так вот, в мавандуйской, так сказать, версии, самой древней, удивительной совершенно, тем, что она, в общем, практически совпадает с, вот, стандартной версией, но об этом будем дальше специально, так сказать, говорить. Так вот, в ней вместо прерванных черт фигурируют два таких уголка, похожих на верхнюю часть первоначального написания иероглифа син. И в этих, так сказать, уголках принято видеть цифру 8. Вот, это указывает на числовую основу репрезентации. Значит, сплошная черта – это, естественно, единица. И лишний раз подтверждает, что комбинации из 6 цифр, обнаруженные на гадательных костях, вот, и воспроизведенные на обложке книги Крушинского, они и есть гексограммы. Дальше я попросил бы Владислава вступить вот в действие и рассказать о вот этой самой вандуйской версии. Спасибо большое, Артемий Михайлович. Да, действительно, в контексте лекции нам необходимо поднять вопрос значения одного из важнейших археологических памятников эпохи ранней западной Хань, Мавандуя. Вот как раз на слайде, да, видна экспозиция, которая представлена в музее в городе Чанша, в провинции Хунань, и найденные там версии Сициджуань, а именно вот прокомментировать обстоятельства находки, датировку и описание состава, что вот мы постараемся дальше сделать. Памятник Мавандуй располагается в окрестностях современного города Чанша и состоит из захоронений местной знати, наследовавшей культурные традиции древнекитайского царства Чу. И самым примечательным из них признано открытое в 1972 году и датируемое около 168 года до нашей эры погребение Мавандуй I, супруги князя Хоу, которая владела уделом Дай, входившим в состав удельного княжества Чанша. Благодаря вот уникальной процедуре мумификации медики КНР, проведя вскрытие и исследование останков усопшей, сумели установить, что она долгое время страдала от нарушения обмена веществ и скончалась в возрасте 54 лет от сердечного приступа. То есть в инвентарь погребения входили так называемые книги, тексты на бамбуковых деревянных планках и шелковых свитках. Вот, среди них наличествовали прежде известные только по их названию и полностью неизвестные сочинения, а также полная версия основополагающего древнего даосского трактата «Дао Дэ Дин». Ну вот что важно, особенно важно в контексте лекции, о чем сказал уже Артемий Михайлович, да, это как раз состав Бошу, и династическая часть находок состояла из двух раздельных шелковых манускриптов. Один из которых, он состоял из, собственно, канона, о котором уже сегодня шла речь, и сопряженного текста «Вопросы учеников». Второй состоял из 6 частей, а именно это вот Си Ци Джуань, Джун, Яо, Мухэ, Джаоли и «Смысл перемен». Вот, собственно, это как раз и представляет собой вот состав Бошу, который упомянул Артемий Михайлович. Спасибо большое. Так, спасибо, Владислав. Значит, я продолжаю. По поводу этих самых комбинаций из 6 цифр. Так вот, в этих комбинациях наряду... Так, 7-й слайд, пожалуйста. Спасибо. Наряду с цифрами 1 и 8 фигурируют цифры 5, 6, 7.
цифры 6, 7, 8, они являются триграммными числами. Вот, значит, пока вот это вот сочетание триграммные числа, у меня в монографии они названы диграммными, например, что не столь важно, это просто ярлык. Надо просто сначала вот, иметь в виду, что это просто числа 6, 7, 8 и 9. Проясняться это будет дальше. Итак, 6. Это старая инь, 7 молодой ян, 8 молодая инь. Естественно, числа иньские четные, числа янские нечетные. Отсутствие цифры 9, которая должна соответствовать старому яну, оно вполне объяснимо, поскольку обозначающий эту цифру иероглиф является чужеродным по стилю. Он изображает согнутую руку и трактуется как обозначение понятия локоть джоу, заимствованного для обозначения числа 9, то есть дьоу. Вот. Значит, и тут я хочу заметить следующее. Вот проблема перетекания знаков друг в друга, так сказать, является центральной для формирования синографии. Так я называю, так сказать, эту знаковую систему. Она имеет огромное семиотическое и лингвистическое значение. Подробнее мы ее затронем при рассмотрении названий гексаграмм. Вот, и так у нас, значит, это самое... Остальные цифры 1, 1, 2 следует связывать с указательной категорией. Вот. Это категория, тут я добавляю, поясняю, иероглифических знаков в определенной мере, категория иероглифических знаков в определенной мере эксплицированной теории письма последних веков до нашей эры. Это так называемая Лю-Шу, система шести категорий иероглифических знаков. Речь идет, когда мы говорим о категории Джи-Ши, об обозначении неизобразимых в плане, так сказать, визуального сходства неизобразимых понятий. Вот, не вещей, вот, а именно дел. Вот это самое «с». То есть, семиотически выражаясь, не иконических знаков. Грубо говоря, это не картинки, а всякие загогулины в большом количестве, производимые древними людьми. Вот. К этой категории, безусловно, относятся цифры 1, 2, 3, 4, первоначально фиксирующиеся количеством горизонтальных черт, а также цифры 5, это у нас косой крест, и 10, вертикальная палочка, позднее получившая кружок посередине. Ну, насчет кружка это не так важно. Это, наверное, лишнее. Нас это доведет не туда, куда надо. Очевидно, тот же статус имеет и прямой крест. Это цифра 7. Хотя ее и считают, как у нас тут написано, чеда бензы. Вот. Тут, значит, по поводу этого. То есть я поясняю для лиц, которые не знакомы с таким языком, описание, то есть это, значит, у нас исконный иероглиф, обозначающий понятие резать, так мы его на нашем языке можем интерпретировать. Вот, якобы пересекающаяся черта соответствует идее перерезания, я бы добавил слово палки, что-то вроде ножа. Однако мне в этой черте видится шов, оставшийся на молодой
только что образовавшейся сплошной черте. Вот. В первоначальном написании цифры 6 прослеживается аналогичный процесс. Перелом сплошной черты и образование восьмерки. То есть у нас имеется переломанная, вот как знак, это самый control в компьютере, горизонтальная черта, вот, а внизу у нее две ножки. Вот. И образование восьмерки. Вот те самые две ножки, о которых я говорил, когда речь шла о изображении прерванной черты в вандуйском манускрипте. Трактовка этой самой цифры 6 как изображение хижины, значит, лу, несостоятельна совершенно. В этом значении данная фигура на костях и бронзе не используется. Цифра 8, изображаемая иногда противолежащими дугами, сомнений не вызывает, хотя считается, что аналогичным образом мог записываться иероглиф фэн, соответственно, делить. Ну, здесь я вот сделаю примечание, которые можно, так сказать, и прочитать некоторым образом. То есть сверху эти дуги, но снизу, так сказать, нож в кавычках. Вот. Значит, специального обсуждения заслуживает цифра 5. С одной стороны, это центральная базовая цифра. Потому что это, так сказать, пятерня. Высший знак разряда в пятеричной системе счисления, вот весьма распространенный первоначально вообще, пятую из пятка. Вот, роль и место этой цифры мы еще затронем в конце лекции. Вот, значит... С другой стороны, эта самая цифра 5, это косой крест, созвучный прямому. Поэтому в нем можно видеть пару к иероглифу 7. То есть тот же старый ян, который должен обозначаться горизонталью тире единицей. Итак, мы получаем необходимый ряд диаграмм, которые, так сказать, называют сыся диаграмму. Значит, диаграммы это сыся. А вот которая имеет, значит, соответственно, первичное значение. Вот этот иероглиф «ся», вот он имеет вот это самое первичное значение. Это вот первичное обозначение понятия «символ». Вот. Это, я добавляю в скобках, нам понадобится в дальнейшем, но не сегодня. Вот здесь мы видим следующий 8-й слайд. Вот. Маг получается необходимый ряд диаграмм. Вот, они у нас здесь изображены. Вот, и, значит, здесь по поводу, значит, тхайя сделано примечание по графике и по... Графики – это единица, а по центральности и соотнесенности с семеркой, потому что оба это кресты, вот, это значит, соответственно, это соотнесенность графическая. Вот. Кроме того, значит, пятерка, здесь я, так сказать, замечаю, она действительно занимает центральное место в ряду чисел от 1 до 9,
вот в диастеричной системе счисления. Понятно, что это основные натуральные числа, потому что у нас есть первая четверка 1, 4, потом пятерка, потом следующая четверка, это как раз наши неграмные, триграмные числа, 6, 7, 8 и 9. Так, теперь, значит, пожалуйста, следующий слайд. Вот, гексаграмма состоит из шести черт. Причем здесь следует заметить, что это произведение двух первых настоящих четных и нечетных чисел. Потому что единица – это вообще нечто, не совсем ноль. Ну, тоже что-то эдакое нулевое, и из просто здравого смысла следует, что как-то странно делить единицу на два. Вот. То есть на меньшее, чем двойка, число. Вот. И, значит, это у нас, значит, либо это трижды два, дважды три, либо это трижды два. Вот. И эти числа, так сказать, являются важнейшими. Тут было примечание, которое здесь, так сказать, имеется. Вот. Это, значит, у нас вот сравните, значит, вот это вот самое важнейшее место Дао Дэ Цзина. Дао Шан И, И Шан А, Р Шан Сан, Сан Шан Ва, У. И далее порождение 12-ступенной хроматической гаммы, имеющей 6 мужских и 6 женских ступеней. Ну, я там не говорю уже о 12 месяцах, 12-й речный, 12-местный животный цикл и все такое прочее. Но это опять, к сожалению, мы затрагиваем все это не можем, хотя все это, так сказать, взаимосвязано. Вот, 2 и 3 – это очень важные вообще числа, которые вот здесь таким образом функционируют. И важно то, что вот это вот трижды два и дважды три, оно интерпретируется в нашем с вами объекте как сочетание двух триграмм или трех диграмм. Вот. Кроме того, как видно из вышеизложенного, черта предполагается как бы раздвоенной. Вот почему? Потому что инь-ян этот самый может быть молодым и старым. Вот, и я попрошу, Владислав, можно секунду вернуться к восьмому слайду? Вот, вот здесь у нас с вами, видите, черты закодированы, как мы их с вами кодируем, когда мы их кодируем двоичным числом. Значит, они считаются слева направо, что соответствует этому отношению снизу вверх. И значит, вот у нас, вот, значит, Тайян есть, есть Шаоян. Вот у нас 0-0 и 0-1. Вот принадлежность, так сказать, Тайян и Шаоян, простите, 1-1 и 0-1. Вот, а принадлежность ее, так сказать, к Ян, этой самой диграммы, она определяется, естественно, только что образовавшейся верхней чертой. Ну, или обеими чертами, если они одинаковые. Вот этим, так сказать, иногда трудно нам привыкнуть, к этому приходится привыкать, потому что 0,1 и 10, они путаются между собой, но если мы сразу, так сказать, на это обратим внимание, то, значит, здесь это, так сказать, становится ясным. Сейчас мы пока не вернемся еще к этому диапозитиву. Вот, а или нет, давайте вернемся снова к девятому.
Значит, это предполагает наряду с двоичностью четверичность. Потому что вот эти самые диграммы 0, 0, 1, 10 и 11 вот, в четверичном выражении, соответственно, будет в разрядах в четверичной системе исчисления 1, 2, 0, 1, 2, 3. Вот. И это заложено, что здесь? Это не нужно слово в двух видах черт. Вот. То есть черты и ян, черты старые и молодые, и в четырех цифрах. И в четырех цифрах. Вот, потому что имеет место их, так сказать, соединение, вот этой, так сказать, двойственности, вот в цифрах 6, 9. Так, кажется, теперь 10 надо слайд. Вот, цифры можно объяснить через системное получение гексаграмм путем шестикратного бросания трех монет. Вот обозначим эти монеты через А, Б, С. Смотрите, синяя шапка таблицы. Вот, и перепишем решке значение 3, орлу значение 2. При каждом бросании может быть 8 исходов. Вот, посмотрите на левую часть таблицы. Значит, под, я немножечко пропустил один момент, под системным получением имеется в виду получение посредством единообразной процедуры. Вот, значит, левая часть таблицы у нас до красных, так сказать, до двоичных кодов. Вот цифры слева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 это номера раскладов. Уместен тогда вопрос, соответственно, о порядке размещения строк, о порядке перечисления этих, так сказать, раскладов, конечно. Вот, вот это вот мы себе этот вопрос зададим, вот, но вот в этом расположении, которое здесь имеется, есть своя логика, которая, так сказать, достаточно очевидна. Вот, значит, вот, в результате, так сказать, суммирования значений этих трех монет у нас как раз и получается цифра от 6 до 9. Вот они у нас с вами здесь и есть. Вот. И их вот, ну, названо здесь триграммными числами. С точки зрения изложения данного доклада, это, так сказать, вполне может быть принято. Вот. Теперь, что здесь, так сказать, важно? Что при получении старой черты, и сейчас пока не надо следующего слайда, при получении старой черты, это у нас крайнее значение сумм, 9,6, естественно. Вот, ситуация неустойчива, и надо дополнительно привлечь гексаграмму, в которой старая черта меняется на противоположную молодую. Обращаю здесь ваше внимание на то, что вот при таком, так сказать, представлении, представление это, оно триграммное, вот, значит, видно хорошо, что вероятность появления старой черты, она в три раза меньше, чем вероятность появления молодой. Так что вот этот, так сказать, динамический аспект, он сдержан. Вот, значит, со временем цифры не стали писать,
после старой черты просто ставили крестик. Вот, эта таблица также показывает связь гексаграмм и триграмм. Значит, у нас имеется в виду получение черты гексаграммы, так сказать, механизм этого получения, он нам дает ряд триграмм, которые у нас красным выделены в столбцах. Вот, таким образом, обращаю внимание, это на самом деле важно, гексаграммы выступают не только как нижние, триграммы, простите, выступают не только как нижние и верхние половины гексаграмм, вот, но и как механизм порождения гексаграмм. Вот. Значит, тогда следующий слайд, пожалуйста. Вот, это я прочел параграф 1.2.2, который вот сейчас вы видите перед собой. Но перехожу к параграфу 1.2.3. Значит, цифры 2 и 3 имеют прямое отношение к графике стандартного представления гексаграмм. Вот, это, так сказать, графику, ну, мы с Владиславом тут чуть-чуть не доработали. Вот, вам придется прибегнуть к воображению, хотя это можно было бы и нарисовать. Вот. И, может быть, так сказать, в окончательной версии этого курса с презентациями это нам удастся сделать. Но я думаю, что мы можем здесь все-таки еще и обойтись без этого. Значит, для различения черт позицию гексаграммы, то есть одной из шести позиций, каждую из шести позиций гексаграммы необходимо представлять как три отрезка. Это вот минимум, который, так сказать, необходим для графического различения черт. Вот, в случае сплошной черты налицо заполнены три отрезка. В случае прерванной не заполнен центральный отрезок, то есть заполнено два отрезка. Вот, ну, это, так сказать, легко представить себе, что вы гексаграмму изображаете при помощи дефисов или длинных подчеркиваний. Для этого вам нужно три удара по клавиатуре, вот, а иначе ничего не получится. А вот, таким образом, триграмма, которая имеет три позиции, вот, она вписывается в квадрат, описывается в виде квадрата 3 на 3. Вот, и подобное построение мы назовем с вами квадратным представлением триграммы. Вот, значит, вот еще раз посетую, что сюда бы графику, значит, столбцы квадратиков большого квадрата. Это три отрезка. Столбцы квадратиков большого квадрата 3 на 3 – это три отрезка. А строки, значит, это, соответственно, три черты. А при трактовке, это для интерпретации гексаграмм важно, но это, так сказать, очевидно уже из этой, так сказать, из вышеизложенного. При трактовке гексаграмм как трех диграмм в гексаграмме противопоставляются нечетные и четные позиции. То есть тут у нас есть позиция 1, 2, 3, позиция 4, 2, 4, 1, 3, 5 и 2, 4, 6. А при трактовке гексаграмм как 2, 3 грамм, нижние, которые называются ней, гуа или просто джэнь, это исходное название, и верхние, которые называются у нас вай, гуа или попросту хуэй,
Вот это вот знаки тут выведены. В гексаграмме выделяются центральные, вторая и пятая позиция. Там есть центр, триграмма, значит, его края, ее периферия. Центр это 2 и 5, а периферия, соответственно, 1, 3, 4, 6. И вот и такую двумерность целесообразно, на мой взгляд, передавать через преобразование исходного построения вида, например, вот 1, 1, 1, 1, 1, в, соответственно, в тот вид, который представлен справа. То есть, что у нас здесь происходит, когда мы к этому виду, который у нас представлен справа, переходим, что в случае диаграммного представления у нас плюс игнорируется, а в случае триграммного представления у нас игнорируется минус или дефис, как вам больше понравится. Вот. Значит, дальше у нас следующий слайд. Триграмму можно представить в виде двух квадратов. Симметричные и асимметричных триграмм. Вот, у нас слева квадрат симметричных триграмм, справа квадрат асимметричных триграмм. Вот. Значит, в квадрате симметричных триграмм. Вот у нас столбцы, значит, соответствуют неоднородным и однородным триграммам. А строчки соответствуют, значит, делению на инь и ян. Вот. Значит, обращаю ваше внимание на то, что принадлежность триграммы к инь или ян определяется либо, так сказать, элементарно, естественно, одинаковыми чертами, которые в ней имеются справа для однородного, либо одной чертой, ну, той самой, так сказать, центральной чертой, о которой, так сказать, я говорил, вот, которая, так сказать, противопоставляется двум остальным, но это происходит дальше и вообще. Вот как, так сказать, фону, на котором она одна красуется. Вот это видно вот по разноске, это самое инь-ян, соответственно, вот в правом квадрате. Вот. Дальше, значит, вид этих, так сказать, квадратов, на этом мы не будем специально останавливаться, он определяется многими причинами, хотя, вот, так сказать, его разумность, она очевидна из самого этого представления. Вот. Он определяется стандартным перечислением триграмм. И дальше, это я постараюсь показать, формированием порядка триграмм Вайнмана, до которого мы дойдем в конце этой лекции. Вот, значит, левый квадрат у нас строится от триграммы Ли. Вот это ее собственное имя. Вот эти имена, значит, у нас были приведены в предыдущей таблице. Вот. И здесь примечательно то, что это название Ли. Ее, имя ее, может быть осмыслено не только как имя собственное, но и как
собственно, некоторое, так сказать, понятие. Вот название и понятие, вот эта игра, здесь она не очень, так сказать, недостаточно материала пока вам предъявленного под собой имеет, когда мы дойдем до названия гексограмм, вот тогда-то оно будет во всей красе. Вот. Оно, значит, передает идею, так сказать, разделения. Вот. И действительно, построение квадрата — это есть разделение чего-то по двум признакам. Вот. Ну, вот это я студенту всегда показываю. Это то, что Конфуций имел в виду по нахождению от одного угла трех остальных. Для этого нужно два признака, потому что от слова «отец» можно прийти к слову «мать» и к слову «сын». Вот тут у нас признаки пола и поколений. Для этого нужно для построения такого квадрата. И это вот разделение, оно отражено и в семантике, вот этого самого значения «ли», и в этой разделенности вот единичек посредством нуля, который у нас находится посередине. Вот. Поскольку, согласно Сисиджуани, изобретатель триграмм Фуси, значит, на ее основании изобрел сети селки, что было первым шагом на пути культурного развития человечества. Вот. Квадратное построение этой триграммы, это вот квадратное построение, вот я напоминаю вам это введенное нами термин, если угодно, рабочий. Вот. Квадратное построение этой триграммы — это квадрат 3 на 3 с незаполненным центром, является как раз изображением ячейки этих Чи. Потому что, естественно, сети и селки — это являются разновидностями Чи. Вот. Причем, обратите внимание на иероглиф Чи. Вот он тоже есть, квадрат 2 на 2. Вот у нас эти самые рты, которые сами по себе квадратны. И с чем-то, находящимся в центре. Это не просто, так сказать, фигура речи. Вот подобного рода обращение со знаками вот мне представляется необходимым для понимания, так сказать, всего дальнейшего. Значит, столбцы левого квадрата представляют собой пары, образованные в первом случае по динамическому, во втором по статическому принципу. Почему? Потому что у нас огонь стремится вверх. Вот, может быть, нам стоит вернуться, Владислав, к предыдущему слайду, потому что огонь стремится вверх. А значит, вода, значит, соответственно, течет вниз. Это чисто динамический принцип, причем это не, так сказать, праздные рассуждения, это все чисто подтверждается текстовыми, так сказать, вещами, зарегистрированными в традиции. Надеюсь, что всем участникам, или большинству участников нашего мероприятия, и это, так сказать, понятно. Вот. Значит, во втором случае по статическому, потому что Земля, так сказать, находится снизу, а огонь, он находится, то есть небо находится сверху. Вот. Причем в правом столбце у нас, вот где у нас Земля и небо, вот и использованы специальные обозначения. Это вот настоящие имена собственные — Кунь и Сень, вот, которые ничего другого в принципе не значат, кроме имени соответствующей фигуры.
В принципе, это дальше кое-что, все у нас относительно, конечно. То вот их, так сказать, первичных, значит, еще и потому, что они представляют собой чистые начала и ян, вот, и одновременно они представляют собой две разновидности черт в каждой из шести позиций. Вот, о чем свидетельствует существование и форма Вэньянь-Джуань, о чем в свое время, наверное, боюсь, достаточно отдаленно, мы еще поговорим. Так вот, значит, правая часть значит, самого иероглифа «конь», вот, вот, она имеет вид S-образной фигуры с заполненными рукавами. Это первичное написание вот этого самого циклического знака «ше», который составляет вот эту самую дифференцирующую ее часть. Вот. И одновременно с этим это крест квадрат 2 на 2, то есть тень поля, который здесь, так сказать, прослеживается. Ну, вот еще я добавлю, что это и знак Дзя, который обозначал гадательную кость. Вот, и, значит, соответственно, первый знак основного этого самого набора десятиместного циклических знаков, а для тень это у нас незаполненная S-образная фигура, то есть типа иероглифа И. Вот, а эти иероглифы Дзя И – это два первых циклических знака основного десятиместного набора Тяньгань, земных небесных стволов, который связан с пространством и числом 5. А вот Шэнь, циклический знак, он важный знак, важный, потому что он соответствует началу осени Ли Цю, из 12-местного набора земных ветвей Ги-Джи, который связан с годовым циклом и, соответственно, с числом 6. Вот. Значит, правый квадрат здесь, видите, лучше посмотреть сюда и слушать меня, так и вот, он графически полностью мотивирован. Обратите внимание на употребление мною термина «графически». Вот. Таким же успехом могу сказать двоично полностью мотивирован. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что правый квадрат, он тоже начинается с название, которое имеет смысл. Вот это «джэнь» название, оно, значит, подразумевает потрясение, соответственно, это идея сотрясения, толчка, движения. Вот. По вертикали здесь у нас наблюдается отношение «сянфань». Отношение сянфань то есть считывание в обратном порядке, отношение переворачивания. Это два отношения, которые реально существуют. Это вот отношение переворачивания, считывание в обратном порядке. Мы читаем 100, получаем джэнь, читаем 001, получаем гэнь, и наоборот. Мы читаем 011, получаем сюнь, значит, а читаем 011,
значит, то считаем 110, получаем, значит, соответственно, дой. Вот. Это отношение сян-дой. Вот, вот от чего получается файн-дой. В этом, так сказать, противопоставлении, ну, заключено в самом деле два измерения насчет того, что у нас весь, так сказать, мир, как и знак, он неодномерен. Вот. Так вот, значит, это, значит, сяндой, знамена знаков на противоположные. Это, значит, алгебраическое дополнение. Ну, рассуждение про алгебраическое дополнение, оно здесь не совсем уместно, потому что, вот, по поводу того, что китайцы знают, что такое алгебраическое дополнение, ничего сказать нельзя, но они не знали названия, а суть явления они знали прекрасно. И это то, что происходит при переходе ДНК к РНК, при передаче генетической информации. По поводу Шэншэн же, да, а попросту, так сказать, на конкретном уровне это происходит при получении формы из бронзовой болванки, из муляжа, формы бронзового сосуда, а потом, соответственно, сосуды из этой формы. Это все, так сказать, одно и то же. Вот. Вот, и, значит, этот квадрат, правый квадрат, он и осмыслен тоже полностью, потому что стройки здесь четко противопоставлены, как вверх-вниз, вот, а столбцы соответствуют отношениям в парах, потому что гром раскалывает горы, а ветер поднимает в водоемах волны. Вот это вот движение вниз и вверх. Ну, нижняя строка также, так сказать, соотносится с парой Шаньши, например. Но здесь подобные соображения, в общем-то, можно было продолжать до бесконечности. И уместность в данном контексте вот, упоминания Шаньши, она может быть поставлена под сомнение. Но, тем не менее, я счел должен об этом упомянуть. Вот, а теперь следующий слайд, пожалуйста, 14-й. Артем Михайлович, на секундочку, объясните, пожалуйста, вопрос, а почему у вас в левом квадрате Земля наверху, а небо внизу? Вот это, так сказать, есть, вот почему Земля внизу, небо вверху. Так, сейчас, 111, оно у нас, я думаю, что неправильно просто. Это я так думаю. Тут... Право, лево, верх, вниз, иногда путаю. Вот, так что спасибо за исправление. Спасибо, да, мы обязательно. Вот, Артем Игоревич, да, вы на страже. Муха не пролетит. Муха не пролетит. Спасибо большое. Виноват, исправлюсь. Вернее, мы с Владиславом исправимся. Вот, и эту картинку улучшим. Вот. Составляющие приведенных выше квадратов 2 на 2 объединяются в квадрат 3 на 3. Вот это круговой порядок триграмм Фуси. Вот, существует и линейный порядок, я с него, так сказать, начну, который, это очень важно, представляет собой одновременно и механизм порождения триграмм.
Вот, здесь написано, воспроизведем стандартную схему порождения телеграмм. Формулировка не очень удачная, в смысле использования слова «стандартный». Это скорее, так сказать, естественно для нас схему порождения телеграмм. Вот, это тоже, на самом деле, очень досадный ляп. Вот. Естественную для нас именно. Стандартно это не то слово. Вот, схема. Значит, у нас есть, так сказать, монограммы, одна черта. Из нее порождаются 4 диграммы. Вот. А дальше, значит, из этих 4 диграмм порождаются 8 триграмм, так как это изображено на нижней картинке. Вот, монограмма. Их 2, они называются Лянги. Ну, 2 образца, не знаю, как это лучше перевести. Вот, дальше у нас диаграмма называется Сысян. Ну, и триграмма, соответственно, называется Пагуа. Вот, значит, значит, Лянги – это у нас название как раз Иньян. В совокупности про Сысян мы уже с вами говорили, ну, 4 термина. Теперь по поводу Пагуа. Вот, по поводу Пагуа. Вот это и есть слово триграмма по-китайски. Вот, обратите внимание, у нас в основе нашего термина положено число составляющих черт в данном случае. У них, то есть у китайцев, количество результатов. Вот. Поэтому у нас есть 4 символа. У нас есть Пагуа, гексаграмма называется Люшу Сыгуа, 64 гексаграмма и так далее. Так. Теперь дальше ниже находятся соответствующие данным записям десятичные цифры. Вот, значит, здесь я хочу заметить, что значит, ну, ноль, он и в Африке ноль. Дальше у нас идет единица, и это соответствует считыванию разрядов сверху вниз с точки зрения возрастания. Вот. То есть это естественный порядок, потому что низ – это «мэй», внутри у нас самые важные разряды, большие разряды. Но это тот же самый подход, который у нас в нашей десятичной системе цифр, потому что для нас, если мы возьмем трехзначное число, чтобы, так сказать, приблизиться к этому формату, то число, ну, допустим, 128, это у нас, значит, соответственно, 8 единиц, 2 десятка и 1 сотня. Здесь то же самое. Вот почему это число 1? Потому что 1 единица у нас 0 двоек и 0 четверок. Дальше все это, так сказать, аналогичным образом здесь считывается. И последняя строка здесь преобразование. Вот. Значит, здесь что? В чем связано преобразование? Здесь две операции, так сказать, сделаны. Во-первых, по-человечески, а не по-машинной. Нумерация начинается с единицы, а не с нуля. Вот. Во-вторых, здесь пропущено это вот центральное число 5. У нас эти две четверки, они, так сказать, здесь достаточно хорошо видны. Вот, что касается первой операции, то она вполне естественна. Вторая операция немного надуманная. Мы с вами дальше увидим, что вот в явном виде она в традиции и не используется. Вот. Теперь, значит, у нас слайд 15. Вот. Круговой порядок триграмм Фуси в форме матрицы 3 на 3 выглядит так.
Вот, значит, я напоминаю, что триграмма здесь везде считываются слева направо, но в оригинальной графической репрезентации они считываются из центра. При нашем, так сказать, линейном расположении это, так сказать, вообще невозможно воспроизвести и очень плохо воспринимается зрительно. Вот. Теперь возникает вопрос, а где здесь, так сказать, круг? Вот. Что такое в форме матрицы 3 на 3? Это на самом деле достаточно просто, и это своего рода квадратура круга, потому что китайцы, они это самое круг и квадрат переходили у них друг друга. Это не были две совершенно, так сказать, несводимые друг к другу фигуры. Но как это делается здесь, вот совершенно, так сказать, очевидно. Чтобы получился настоящий круг, подобие настоящего круга, мы должны средние позиции сторон отвести от центра немного дальше. Если мы поднимем 111, опустим 0,0,0, левее поставим 101 и правее поставим 0,10, ну, у нас этот самый круг, так сказать, благополучный получится. Вот. Значит, и здесь у нас в этом самом круге указаны вот, графика двоичная и, соответственно, вот те самые преобразования, которые были у нас на предыдущей схеме. И видно, что... Да, я значит, сказал уже об этом, но еще раз хочу это упомянуть, что вот этот механизм порождения триграмм, который был представлен естественным для нас образом, он и задает порядок линейный триграмм Фуси. Вот. А из этой схемы, которая у нас здесь видна, значит, вот цифры они обозначают вот этот самый линейный порядок, ну, условно. Потому что, значит, цифры больше 5 надо уменьшать на единицу, чтобы был порядок в нашем обычном смысле. Этот линейный порядок разворачивается в два рукава, которые отделены у нас здесь вертикальными черточками. Значит, при движении... снизу против часовой стрелки в правом рукаве, это правый у нас рукав, изнутри убывает инь, вот, вот у нас 0,0,0, потом 0,0, потом 0, а потом ничего, но это уже получается второй рукав. А при движении... в левом рукаве по часовой стрелке, значит, изнутри и против часовой стрелки изнутри до максимума возрастает значение ян. Вот у нас 1, потом 11, потом уже, так сказать, 111. Вот. Размещение правой и левой симметричных триграмм, вот как раз у нас кони и есть, кажется неопределенным. На первый взгляд кажется, что бог его знает, куда их тут надо ставить, исходя из принципа. Но их положение вот задается вот линейным порядком. Ну, а что значит линейный порядок? Линейный порядок – это и есть возрастание числовых значений. Ну, вот. Противолежащие триграммы, они находятся в отношении сяндой как раз. Замена черт на противоположные. В чем, так сказать, легко убедиться.
Ну вот, и это подтверждается, но это уже алгебра цифр, но она на самом деле не такая несущественная сумма цифр. То есть в любом случае вот эти телеграммы, которые находятся в отношении Сиандо, они дают в сумме число 10. Ну вот, а если мы в это самое Сиандо еще и включим центр, через который у нас эта связь проходит, у нас получится число 15, соответственно. Значит, при учете, помещенной в середине пятерки, она составит 15. А вот, и значит, у нас это рассуждение, у меня тут примечание, оно представляет определенную важность для дальнейшего. Вот, и прошу следующий слайд. Вот, вот это вот, так сказать, за него большая благодарность Владиславу. Очень красиво его сделал. Вот, значит, тут написаны разные слова. Вот, ведь графическая экстраполяция круга триграмм, его разделение на все большее число частей по мере увеличения числа черт от триграмма к гексаграмме, от гексаграмма к сдвоенным гексаграммам, додекаграммам и далее, при сохранении равной площади, приходящейся на каждую черту, а для этого радиусы должны соотноситься как квадратные корни ряда натуральных чисел, приводит к получению логарифмической спирали великого предела Цзу, который и порождает монограммы 0 и И, вот эти самые два эталона. Вот, и я, к сожалению, должен вам заметить, что вот, вот эта вот, так сказать, часть, ее пока следует забыть как страшный сон. Вот, это не, так сказать, пустые, так сказать, рассуждения, это не какая-то там спираль, которую, значит, третий наш исследователь Изина, вот, А.Е. Лукьянов, так сказать, открыл, вот. Вот, это нечто другое, но нам с Владиславом придется еще поработать, чтобы сделать графику, которая была бы здесь понятна, которая помогла бы разъяснить то, что здесь написано. Значит, все написано правильно, но непонятно, к сожалению. Понятно здесь только одно, что здесь вот в этом, так сказать, рассуждении к нашему аппарату подключается вот эта тайзи-ту, которая является необходимой принадлежностью Идзина. Вот. И так, знаете, вот то, что она является необходимой принадлежностью Идзина, это мы констатируем. А то, почему она является необходимой принадлежностью Идзина, нам это еще предстоит узнать. Но в связи с этим и в качестве предпосылки здесь, значит, указана следующая, так сказать, вещь, которая, так сказать, важна на самом деле, хотя, так сказать, введена здесь, если можно так выразиться, с черного хода. Вот. Черты должны для получения этой самой тайзи-ту должны быть представлены белой или черной краской, как, вот важно, обратите внимание, в оригинальной версии таблицы 4. Вот таблица 4 по-китайски выглядит так, как она здесь нарисована. Вот. Вот это у нас то, как порождаются, значит, пагуа. Вот сверху у нас находится Лянь-И, но они справа налево написаны, как в оригинальной схеме. Дальше у нас находится Сысян, дальше у нас находится Фагуа. Как это происходит, здесь графически вполне видно. Но самое, так сказать, интересное в этом, так сказать, деле, что здесь в этой единой схеме, в этом, так сказать, едином построение, ну, допустим, так сказать, 8 на 3 или 8 на 4,
клеточки. Вот, читать спрос телеграмм. Потому что если мы это самое, то, что находится под цифрой 1, а в цифре 1, значит, у нас находится телеграмма 7. Ну вот, это порядок телеграмм Фуси. Справа налево. Может быть, стоило бы, так сказать, еще нам сделать бы строчку с иероглифами, которые эти телеграммы обозначают. Она, собственно, так и считывается. Снизу вверх и так далее. Значит, у нас красная – это у нас единица, а черная – это ноль. Вот здесь мы использовали красную краску, потому что белая краска здесь была бы не видна. Вот, но идея, так сказать, в этом заключается, потому что я вам белая, и это черная, это два, так сказать, черно-белых цвета. И внизу этой схемы было помещено, помещается как раз обозначение тайди. Вот. Сверху, значит, указывается номер телеграммы без пропуска пятерки. А сама телеграмма получается путем считывания снизу вверх. Вот здесь у нас на самом деле, мне представляется, находится важная информация для размышления. Вот, а именно вот то, что вот вот, от, вот в отличие этого слайда, от слайда 14, вот для нас, естественно, версия слайда 14, а для китайцев, естественно, версия, которая приведена здесь. Вот это вот важно, на мой взгляд, не только понять, но как-то в это, так сказать, вжиться. Здесь очень много всего разного накручено на самом деле. Так, теперь у нас слайд 17. Да, вот. Вот вы можете задать вопрос, о чем мы с этими самыми порядками занимаемся. Вот я могу сослаться на академика Алексеева для начала, а потом на логику, так сказать, всего дальнейшего, которая важна непосредственно для нашего дела. Кроме того, это, так сказать, основа, на которой строится гексаграмма. Вот, есть еще круговой порядок телеграмм Вэнь-Вана. Причем этот порядок, который на слайде 17, о котором идет речь, он, так сказать, представляется странным, плохо объяснимым, малогичным, но именно этот порядок используется, или, если кому угодно, использовался на практике, вот, фэншуй, в ромбах компаса и так далее. И он, и этот, так сказать, порядок, наряду с порядком, так сказать, эти телеграмм Фуси, круговым и, соответственно, линейным, вот линейный вы видели порядок, вот круговой, так сказать, он очевиден, вот он... является такой же, он является такой же неотъемлемой принадлежностью вот Идзина. Значит, у нас здесь он, этот порядок, как и крестообразная схема Усин, строится на противопоставлении огня сверху и, соответственно, воды снизу. И представляется, он у нас изображен слева здесь, вот, представляется, что он явился результатом совмещения четырех матриц таблицы, которая у нас была в параграфе 2, на слайде 12. Кстати, вот почему у нас 0,0,0 у нас оказывается сверху, 1,1,1 снизу.
Да, это вот мне еще предстоит доработать. Это вот эти перестановки, которые заслуживают дальнейшего размышления. Значит, если исходить из левой матрицы, при базовом противопоставлении огня и воды, вот этот три, это, так сказать, основное измерение верх и низ заодно, вот здесь они представлены динамики, вот триграммы Куни-Че займут две оставшиеся позиции, вот, ориентированные по вертикали, которая находится справа. Это у нас черные цифры, значит, левого вот, квадрата. Вот. В остальных местах разместятся наискосок асимметричные триграммы правой матрицы. Вот. В результате чего получается вот та система, в которой, значит, эти асимметричные триграммы, они, было подчеркнуто, это было исходно, мы уже сделали их, значит, выделены красным цветом. А сама их матрица асимметричных триграмм, то есть правая часть таблицы 3, для наглядности воспроизведена наискосок справа. Вот она у нас справа, так сказать, для наглядности воспроизведена. Вот. Вот. И вот это, так сказать, расположение наискосок, оно... Это тоже, так сказать, представляется важным видом графического преобразования, который нам следует иметь в виду. Значит, к этому порядку триграмм прилагается вот схема их соотнесения с родственными обозначениями. Видите, в нем это четырехместный квадрат, о котором я говорил. Вот, отец, сын, мать, дочь. Он, так сказать, развернут до восьмиместного за счет различения, так сказать, старшего, среднего и младшего брата, и, соответственно, старшей, средней и младшей дочери. Вот, и эта схема совмещения с родственными отношениями, вот это у нас предпоследний столбец в таблице на слайде 10. Владислав, а можем два слайда одновременно вывести? Не этот. 10, я могу переключить на него, на 10 слайд. Только, да? Ну, хорошо, переключите на секунду. Ага, вот они у нас в столбце ВМ1 находятся, эти самые родственнички. И вы видите, что при том порядке, который был избран для построения этой таблицы, тут есть своя логика. Вот у нас папа, потом идут три дочери от старших к младшим, потом идут три этих самых сыночка от младшего к старшему, ну, в конце находится, значит, сама мать. Вот. И это, значит, эта схема соотнесения с родственными отношениями свидетельствует лишь об ослаблении соответствующего начала по мере перемещения брата и, соответственно, старшей, средней и младшей дочери. Вот, и эта схема совмещения с родственными отношениями
Вот это у нас предпоследний столбец в таблице на слайде 10. Владислав, а можем два слайда одновременно вывести? Не этот. 10. Я могу переключить на него, на 10 слайд. А только, 20... да? Ну, хорошо, переключите на секунду. Ага, вот они у нас в столбце ВМ1 находятся, эти самые родственнички. И вы видите, что при том порядке, который был избран для построения этой таблицы, тут есть своя логика. Вот у нас папа, потом идут три дочери от старших к младшим, потом идут три этих самых сыночка от младшего к старшему. Ну, в конце находится, значит, самая мать. Вот. И это, значит, эта схема соотнесения с родственными отношениями свидетельствует лишь об ослаблении соответствующего начала по мере перемещения наверх 3 грамма, тонкая черта, вот она, слабее всего, меньший разряд снаружи, у нас будет младшая дочь, вот, и если он перемещается выше, то у нас будет средняя дочь, а если он ниже, то есть это будет средняя дочь, а если это окажется в самом низу, то это у нас будет младшая дочь. Но то же самое наблюдается и с сыновьями. Вот. Теперь, значит, у нас слайд 18. Значит, у нас соотношение телеграмм с другими объектами, показанные в правой части таблицы 2, которые вы только что видели наряду с отнесениями Вейнвана, содержит слева, ближе к названию телеграммы, соотнесение основной части сопряженного текста Шогуаджой. Это очень важный текст, который как раз имеется тоже в этом малоиндусском комплекте, но не в явном виде, вот, наряду с Сизиджуанью, которая, так сказать, как бы в явном виде там присутствует, но вопрос о, так сказать, классификации и соединении, так сказать, того, что там было обнаружено, мы рассматривать, естественно, не можем, я этим не занимался, ничего не могу сказать. Но важно здесь то, что эти соотношения, они указаны в словаре Сейнахани Сыдень, то есть они указаны в нормативном словаре современного китайского языка. Обращаю ваше внимание на то, что словарь современного китайского языка. Во-вторых, обращаю ваше внимание на то, что это нормативный словарь, в который, так сказать, специальная лексика включаться в принципе не должна. Вот. И сам факт вот этого, как и включение самих, так сказать, телеграмм туда, в корпус словаря, так и, так сказать, указание вот этих, так сказать, соответствий, ну, говорит о очень многом. Вот. Вот. И, значит, давайте вернемся снова к, значит, этому самому слайду, как-то 10, да? Так. Вот, вот он, да? Вот это у нас Шиу. Так они именно характеризованы в нормативном словаре.
Вот. Вот у нас, соответственно, вот эти, так сказать, условно говоря, стихи. Вот они у нас тут в полном наборе, мы на них можем, так сказать, посмотреть. Это в основные соотнесения. Вот тут, в общем, те пары, о которых мы с вами уже говорили. Вот и примечательно то, что здесь вода, она представлена в двух, так сказать, своих ипостасях. С одной стороны, динамическим, это у нас Шей, с другой стороны, в статическом, это Дзе. Водоем. Вот, что показывает особую роль этой, так сказать, стихии, хотя вот эти вот сыву, которые здесь, так сказать, имеются, они с усим сопрягаются весьма сложно. Хотя вы можете заметить, что в правой части таблицы в столбце Дасям, в столбце Шиу, там встречаются иероглифы, совпадающие с названиями этих самых стихий. Ну-ка я, значит, поясняю, поскольку мы с вами будем с этими текстами в ближайшее время работать. Вот это то, что называется Дася. Это у нас основная часть Сян-Джуани, которая соотнесена с гексаграммой в целом. А ся-ся – это у нас те части, которые совмещены с чертами триграммы. И начало в этой самой части, да, ся, вот каждая триграмма обозначена составляющими ее. Гексаграмма обозначена составляющими ее триграммами, и они обозваны соответствующим образом. И вот эти, так сказать, названия, они у нас в правой части, ну, указаны. А если, так сказать, есть только совпадающие с тем, что находится в столбце ШУ, тогда у нас просто здесь стоит стрелка. Вот, что касается ТУ, то там вопрос несколько спорный, вот, но это мы опять уже будем смотреть конкретно, когда мы будем обращаться к этой самой. Да, ся. Вот. Теперь у нас, значит, слайд 19. Сколько у нас времени? Ой. Значит, лошу у нас 19-й. Так, это тоже обязательная принадлежность книги перемен. Она представляет собой магические квадраты с первых 9 натуральных чисел. Вот к идее Лошу можно подойти от пифагорейских представлений о квадратных и треугольных числах, изображаемых, располагаемые сверху вниз, рядами точек. Квадратные числа – это 4, сверху вниз 2 плюс 2 – 9, сверху вниз 3 плюс 3 плюс 3, или 16, сверху вниз 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Вот они. Вот, а треугольные числа – это 3, 1 плюс 2 – 6, 1 плюс 2 плюс 3 – 10, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Вот. Вот, значит, Лошу у нас это квадратное число 9, точки которого пронумерованы. Ну, вот греки точки нарисовали, а китайцы их еще пронумеровали. И причем пронумеровали их более емким способом, чем на таблице 8, параграфа 2.3.1. Благодаря этому суммы цифр в строках, столбцах и диагоналях Лошу везде равны 15. Вот. Значит, это просто для принятый метод построения этой фигуры состоит движение по трем клеткам девятиклеточного квадрата. Вот. Сначала ходом коня от центральной нижней точки. Вот у нас первый уголок синий. Потом по диагонали сверху вниз. Вот у нас диагонали. Наконец, симметричным ходом коня к
центральной верхней точке. Вот, в результате этого, так сказать, образуется матрица, которая здесь нарисована, в углах которой это пол стороны света располагаются нечетные числа. Значит, вот сейчас, простите. Алло. Так, значит, важное свойство матрицы Лошо состоит в том, что два из трех соседних чисел каждой стороны квадрата, они соединены черными палочками, отличаются друг от друга на центральное число 5. Вот. Значит, числа соотнесены с 5 стихиями. Вот. У сил. Значит, а здесь я хочу упомянуть, что это важнейшая классификационная схема альтернативная ПАГУА, которую можно рассматривать как упрощение системы ПАГУА, но здесь мы удалимся от Эдзина и уйдем вообще в то, что я называю системологией. Это будет уже системология, а не и единистика. Кроме того, эксплицитно в Эдзине, так сказать, в УСИМ не представлено. Вот. И значит, вот это именно цифры, значит, у нас такие, что 5. И это значит, у нас земля, 6 – вода, 7 – огонь, 8 – дерево, 9 – металл. Вот, это я все читаю, это есть на слайде 20, но лучше видеть эту схему, а не слайд 20. Вот, 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 и здесь видно, насколько, так сказать, число 5 – с которого мы немного начинали, связано с числами 6, 9. Вот сравните первоначальное отображение триграмм. Вот. Я образую свастику при прочерчивании прямого креста. Прямой крест прочерчен красным. Вот. Это построение с круговой симметрией. Обращаю ваше внимание на это. Потому что черточки, вот эти черные, они не располагаются против друг друга. Вот они располагаются по принципу круговой симметрии. И это единственное, позволяющее группировку 8 внешних позиций попарно. Вот, иначе ничего не получится. И она является по производной, по отношению к крестообразной интерпретации. Здесь, значит, у нас обычная наша симметрия получится, если мы концы красного креста закроем, так сказать, горизонталями, а если мы их загнем на сторону, у нас получится как раз эта самая свастика с круговой симметрией. Вот. Вот. Значит, слайд 20, пожалуйста. Последний. Вот. Значит, 4.2 мы уже прошли. Значит, крестообразная альтернатива задана, сопряженная с Лошу и с единым, естественно, схемой ХТУ. Она также задается, как и схема Лошу, белыми и черными кружками и имеет вид, который здесь показан. Вот эта схема точно отвечает, так сказать, стандартной схеме УСИН. Но, обращая ваше внимание, в ней, в отличие от Лошу, которая является девятиместной схемой,
центральному, так сказать, этому самой позиции отведено, центру, центральной почве отведены уже две клеточки, а не одна, как это в лошу сделано. Значит, в лошу снаружи по две клеточки у нас находятся, а в центре одна, естественно, поэтому получается 9. Здесь в центре вновь оказываются две клетки, но там начинаются всякие системологические вещи, которые нам, конечно, здесь уже некогда ими заниматься. Вот, на этом я закругляюсь, только, значит, вот от себя замечу, что вот можно было бы еще как-то чего-то здесь развивать, но для графики гексаграмм можно ограничиться выше приведенными данными. Важно, что оказалось необходимым привлечение материалов, сопряженных с каноном. Но я хочу это подчеркнуть, мы опирались исключительно на то, что в них имеется, а не на трактовку комментариев. Достоверность выводов демонстрирует совпадение слабых связей, которые образуют прочную сеть, а также археологии, благодаря которым были обнаружены гексаграммы на гадательных костях и, соответственно, вот графику я имею в виду в данном случае, в этом самом Муландуйском тексте. И тут я вот в заключение хочу процитировать слова Менделеева, с которой я всегда начинаю свой курс введения в спецфилологию китайскую. Вот. Это важнейшая, так сказать, вещь, наверное, самого выдающегося из русских ученых. Сперва науки, как и мосты, умели строить лишь при опорах из прочных устоев и длинных балок. Мне это введение к общей химии 1905 года, мне желательно было показать, что науки давно уже умеют как висящие мосты строить, опираясь на совокупность хорошо укрепленных тонких нитей, каждую из которых легко разорвать, общую же связь очень трудно. Этим способом стало возможным перебрасывать пути через пропасти, казавшиеся непреодолимыми. Спасибо за внимание. Извините меня за то, что я вас всех так задержал. Спасибо большое, Артемий Михайлович, за очень интересную лекцию. Вот я бы хотел задать вопрос по поводу вот квадрата симметричного. Спасибо. Так, минуточку. Я не слышу. Меня слышно? Да, Владислав, плоховато слышно. Да? И вы на экран не выходите. Меня слышно сейчас? Ну, слышно относительно, да. Да, может, какие-то с интернетом помехи. Так, сейчас я посмотрю в чате, это у всех ли так плохо? Артемий Михайлович, я бы хотел спросить по поводу квадрата симметричных триграмм. Вот то, что мы затронули, да? Можно я позвольте вернуть на тот слайд? Да, пожалуйста. Здесь обсудить. Да, да. Получается, что если у нас поменяется местами земля и небо, да. И тянь, то получится, что будет несовпадение, да, потому что первая у нас идет строка, это как раз инская строка, где должны быть прерывистые линии, да, а вторая строка это ян, да, где, собственно, идет по центральной линии, да, определение. Да, да, совершенно верно. По этим признакам получается так. Это вот связано с тем наблюдением, о котором говорил Артем Игоревич Кобзев. Я тут, так сказать, от усталости из-за сразу начал, так сказать, пугаться. Вот. Но это, так сказать, вопрос, да, действительно.
Вот, с точки зрения вот распределения по иниям получается такая штука. Вот. Потому что если мы поменяем местами, собственно, землю, да, и небо, то поменяются автоматически местами. У нас и вода, и огонь. Вот они, так сказать, таким образом здесь противоречат друг другу, и из-за этого в порядке триграмма Ивана они так располагаются. Вот. Вот, ну, что касается того вопроса, вот, и вот этого, так сказать, противоречия, вот, то я просто сейчас уже, честно сказать, не в состоянии этот вопрос обсуждать, и мне бы еще, так сказать, лучше было бы подготовиться, потому что, возможно, я уже не помню, на слайдах были соответствующие тексты или нет, но там вот эти, так сказать, несовпадения, вот, они еще констатировались в ряде случаев, которые для сути дела у нас не столь важны, а здесь для нас, для сути дела, это важно. Вот, поэтому мне надо в этом деле еще немного разобраться и подумать. Вот, к следующей лекции я постараюсь к этому быть готов. Спасибо большое, Артем Михайлович. Уважаемые коллеги, остались ли вопросы? Да. Так, пока я ничего не слышу. Нет. Ну да, если, уважаемые коллеги, вопросов нет, я думаю, можем закончить. Можем до следующего раза отложить, потому что они еще, так сказать, появятся. Вот, и если они не снимутся в течение следующей лекции, может, такая форма будет правильная, тогда их будет иметь смысл задать. Вот, и я благодарю коллег не только за участие в этом деле, вот, в особенности Артема Игоревича Кобзева, вот, который тут у нас является одним из наших основоположников в этом деле. Вот, и не только за присутствие и внимание, и за интерес к этой теме, и к моей личности, но еще и за то, что вот не только проговаривание всего этого, не только подготовка к лекции позволяет мне глубже, так сказать, осмыслить этот, в общем-то, важнейший материал вообще для китаистики. Вот, ну и, значит, это самое, его другим углом, так сказать, увидеть, потому что, вот, так сказать, нестыковки какие-то, они со стороны, так сказать, виднее, вот, так что это для меня, прежде всего, не только большая честь, но и большая польза. Я прошу прощения, у меня тут технический сбой был, я как-то отключился. На самом деле вопросов довольно много. Да. Вот. Но я не знаю, если уже решили не спрашивать, то у меня просто коротенький. А вот насчет последнего. Это соотнесение чисел из Лушу с пятью элементами или там с семьями. Вот это откуда взято соотношение? Там в скобках было прям написано. Ну, где-то в районе 20-го. Да нет, я понимаю. Число Лошу соотносится с пятью стихиями просто потому, что стихии тоже приданы числовые значения. Они соотносятся через эти самые числовые значения, которые, так сказать, фигурируют в Лушу, и в каждой из этих пар, которые отличаются на 5, имеется одно из чисел, которое соответствует числам 5 стихий. Ну, это где они приданы? Вот где, в каком тексте? Ну, понимаете... Нет, вы имеете в виду то, что почему земля 5, а вода 6? Земля 5, а почему, да, вот, например, почему металл девятка, скажем? Так, почему? Нет. Где, а с чего это? Ну, я просто обращаю внимание на то, что вот в вашей аргументации... Вот,
в связи с вопросом о небе и земле, проглядывает вот на самом деле то, чего вы как бы чураетесь, вроде философии вы говорите. Но с другой стороны, вы эти представления вводите. То есть, ну, с одной стороны, можно классифицировать все эти фигуры чисто формально, вот где там черты, а с другой стороны, можно говорить, что нет, но это все-таки связано с взглядом на мир. Вот все-таки ведь огонь-то он вверх идет, а вода течет вниз. Но если их рассматривать так, то тогда, конечно, небо сверху, а земля снизу, понимаете? Тогда уж или играть или в одну игру, или в другую. Вот. А здесь, если уж вот с числами соотносить, то девятка там наверху, то есть в позиции огня. Вот в этой систематике девяткой должен быть огонь. Вот я к чему все это спрашиваю. Понял. И вопрос я понял. Что касается соотнесения цифр в системе УСИН, это, так сказать, задано просто, так сказать, этой системой, соответствующим образом имеются тексты, в которых, так сказать, это соответствующим образом задано. Это, так сказать, и имманентное, так сказать, выражение такое же, как соотнесение с пятью вкусами, с пятью цветами. Вот так же оно соотносится с пятью цифрами. А что касается второго дела, то тут здесь насчет философствования, то, что огонь стремляется вверх, а вода, так сказать, вниз, то, что небо сверху, земля внизу, это, так сказать, не только философствование, это, как сказать, закреплено в тексте, оно понимается, это важнейшее противопоставление, которое закреплено соответствующими текстами, вот, в том числе, например, той же самой Сисызжуань, вот, а вот это... А небо не закреплено наверху? Закреплено. Ну, так... Вот, так вот, это говорю, что да, это закреплено в соответствующем тексте, но когда эти, так сказать, вещи сводятся в систему, начинаются, так сказать, нестыковки и противоречия, которые вот они по-своему в этой, так сказать, системе неизбежны. И вот я со своей, так сказать, вот этой вот колокольни чисто с комбинаторной, вот, я их, так сказать, отмечаю, я их вижу, и в тексте, так сказать, который был там по поводу того, о чем вы говорите относительно того, что огонь оказывается не в том месте, где надо, там, при том или ином расположении, это действительно так. Вот. Насколько это, так сказать, неизбежно и с чем связано, это, так сказать, вопрос для меня не до конца ясен, потому что эту всю систему исчисления ее очень трудно строить мне в голове. Вот. Вот эта, так сказать, исходная матрица, которая, значит, левая, в которой действительно огонь и вода поменены местами, она вот, так сказать, определяется вот этой самым их положением в круговом порядке триграмм Вэньвана, который вообще действительно достаточно непонятен. Вот, в общем-то, я пытался его как-то, так сказать, объяснить здесь. Это довольно изящная, так сказать, операция, графические. Но они, в общем, прямого обоснования под собой, так сказать, не имеют. Это, так сказать, я пытаюсь демонстрировать некий подход и некоторое функционирование этого аппарата. Эксплицировать это очень сложно, и мне, наверное, даже не совсем под силу. Хотя вот то, о чем вы говорите, Артем Игоревич, это, так сказать, у меня вот прям в тексте, который передо мной здесь лежит, написано непосредственно, и в тексте, который я посылал Владиславу, тоже про это написано, когда работал сейчас над лекцией, это тоже кое-что добавлял на этот счет. Вот, я постараюсь об этом еще подумать тоже. И, так сказать, благодарю вас за ваши замечания, они абсолютно уместны. Давайте я вам еще пару замечаний подброшу. Вот можно даже не отвечать, наверное, если... Хорошо, выслушаю. Нет, ну это как публика. Понимаю, да. Вот, значит, вот смотрите, вы начали производить отбросание монет эти
Да, но, как известно, техника бросания монет, во-первых, она поздняя, она вообще-то танская, вот, исторически. Вот. Во-вторых, она статистически различается вот со стандартной техникой с помощью палочек. Там статистика другая. Понял, И как раз, там-то, вот смотрите, вы не только, вот, вы же вывод сделали опять философски, вы сказали, что вот там изменяющихся черт статистически меньше, вот, да. А на самом-то деле в тексте с точностью да наоборот, именно поэтому в самом тексте Идзина черт это называются шестерками и девятками, и именно поэтому считается, что сам канон называется Идзиным, потому что там черты изменяющие, в отличие там от других, например, расположений. То есть, получается исторически совершенно, так сказать, другая картина. Если вот да, значит, понял. Удревнять, например, вот эту технику гадания да. с помощью монет. Потом вы, так сказать, как-то, значит, сказали, что вот там в Мувандуе восьмерка – это первая черта. Но в Мувандуе восьмерка, а в Шонгудуе шестерка. Что? А в Шонгудуе она рисуется как шестерка. Древняя. Значит, и вообще идея, конечно, это вот новейшее достижение китайской науки о том, что первичные цифровые обозначения черт. Вот. Ну так, и почему девятки нет? Сначала не нашли девятку, как среди вот так сказать, таких обозначений, а сейчас она есть. Я не знаю, вот я все это написано, кстати сказать, и опубликовано. Я вот, так сказать, демонстрирую вот эту книжку. Да. Да, там вот еще, наверное, некоторое время, несколько лет тому назад, она была опубликована, там даже вот эти таблицы есть, где показано, что вот, вот например, тут в 78-м году в Динлине, в Хубэй, там были найдены соответствующие, вот, значит, изображения Гуа с числами 2, 3, 4, 9, 10, даже статистика есть. То есть девятка там не выпадает из вот этого древнего набора. Вот. Но если я хочу сказать, что есть проблемы все-таки, там с девяткой, наверное, вы правы, проблемы есть, все это очень интересно, можно рассматривать, но все-таки она есть, она зафиксирована фактически, а во-вторых, шестерка или восьмерка – это тоже проблема, и с этим как-то тоже надо разбираться, это так принимать, мне кажется, несколько поспешно. Вот. А потом, что касается, значит, вот опять философии и не философии, насчет Шен, действительно, вы абсолютно правы, важнейший вопрос и связь, так сказать, с генетикой, а вот почему снизу. Но я лично, тут, ну, можно увидеть философию, а можно увидеть вот просто метафорику, можно образ увидеть, вот действительно растущее дерево, какая тут философия. Ага, да, я переговорила с Кононовой, Инной Владимировной, не смогла она найти вашу статью. Вот, поэтому, если уж говорить, то есть здесь много чего можно найти, и образы, и философию, и можно найти настоящую философию, которую я бы увидел в том, что это вот такой даосский поход на небо, вот это вот то, что, так сказать, вот прямо в текстах воспевалось как такая задача продления жизни, вообще, так сказать, борьбы за жизнь путем движения наверх, вот. Ну, а потом, мне кажется, вот там где-то в начальных слайдах почему-то вот было сказано о том, что не годятся числа 2 и 3 для представления вот черт и единицы и ноль. А все дальнейшее изложение, наоборот, показало, что как раз они очень даже годятся, они очень хорошие и имманентные, и имманентные в числовом, и в графическом смысле, как действительно вот изображение целые черты как, в качестве троичной, а оперированные в качестве двоичной. Вот там это не вот этот какой-то пункт, он просто не понятен, что там было сказано. Вот. Ну и вот, и завершая такой вот короткий список замечаний, я бы хотел сказать насчет, вернуться к самому началу, насчет Щуцкого. Знаете, ну, конечно, когда все это появлялось, вот у нас был огромный у всей науки долг перед этими великими людьми, и там, может быть, так сказать, это было слишком пафосно сказано. Сейчас, конечно, мы видим там
в лучшей оптике, что это, чем это было. Вот. Ну, в частности, например, конечно, он был очень щуцки ангажирован, так сказать, идеологически между вот этим своим антропософией и тамплиерством. Как ни странно, между прочим, эта линия, которую он критиковал Вильгельма, она на Западе на самом деле оказалась такой доминирующей. И английский перевод, и французский перевод из Вильгельма, они все были сделаны вот юнгианцами, близкими ко всему этому. Вот. Но, например, в чем пробел у Щуцкого огромный, он ничего не написал про историю отношения к Идзину или познания в России. Вот что удивительно. Абсолютно ничего. А было что сказать на самом деле, вплоть до вот академика Васильева. Очень интересные есть вещи. Вот сейчас я это дело немножко так раскрыл. Тоже поверил в свое время Щуцкому и этим не занимался. А нет, есть что увидеть. Вот. И с другой стороны, конечно, уже после Щуцкого совершенно другой взгляд сформировался и на Западе, и в Китае. Много великих открытий. И у нас в России тоже была вот эта традиция очень мощная. И, так сказать, вы являетесь тут, конечно, такой фигурой кардинальной, а, вот, но тоже как-то это все не интегрировано, и вот так же боюсь, что нет, какой-то придет новый Щуцкий и про все это, может быть, забудет. Вот, а всех слушателей я, кстати, призываю вот, изучать вашу книжку про древнекитайскую системологию, и, потому что там вот она как-то до сих пор тоже вот является таким белым пятном, которое требует соотнесения, в частности, с дзенистикой более полного. И там много, именно как инструмента, с моей точки зрения, не как вот изложение какой-то системы, да-да-да, эта книга. Потому что я, честно сказать, вот хотел бы от вас, ну, мне, может быть, более понятно, другим, может быть, не вполне понятно, что, собственно, вы излагаете. Вы излагаете реконструкцию некой древнекитайской системологии, которая существовала сама по себе, или вы передаете какую-то интерпретацию какой-то эпохи, вот, ну, там, например, неоконфуцианской, или, по крайней мере, той, которая была после там, если говорить про эти самые монеты, или вы это делаете, вот, порождаете сейчас, вы творец этой, так сказать, эдинистической философии, и вот так ее делаете. Вот это хотелось бы прояснить, что, собственно, вы излагаете, вот, какую такую науку. Вот, но в любом случае я считаю, что вот и то, что вы говорите, и то, что вы написали, опубликовали для понимания вот эдзинистики, конечно, это очень важный инструмент, его надо соединить, естественно, с историческими данными, то есть нужна в каждом случае вот фиксация, вот это интерпретация в таком-то тексте и в такого-то времени. Вот, ну, это, конечно, уже, так сказать, следующий этап. Вот такие наблюдения полевые. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Ой. Я думаю, что если действительно... Так, опять плохо слышно. Сейчас слышно хорошо? Да, сейчас лучше. Да, если у уважаемых зрителей будут вопросы, можно все вопросы писать в группу в WhatsApp или присылать на почту. Вот, мы, соответственно, на следующей лекции оставим время для их обсуждения. Вот. Спасибо большое, уважаемые зрители, спасибо большое, уважаемые коллеги. Артем Игоревич, спасибо вам огромное за комментарии, за участие. Спасибо большое. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Вот тогда до следующей среды в это же время, в этом же месте. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое тоже всем. Вот.